cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и добро пожаловать на очередную серию безумных приключений. В общем-то, ребят, давненько у нас не было серии безумных приключений. В общем-то, это не просто так, я тут без съемок очень-очень много всего сделал. Во-первых, я сделал, то есть, как вы помните, у меня здесь были сундуки с ресурсами, я их перенес вниз. Также там ферма, перенес вот те сундуки, которые с ресурсами стояли вот сюда. Теперь у меня здесь они стоят. Также у меня там ничего не изменилось, изменился подвал, очень сильно изменился подвал. Вот так вот он теперь выглядит. То есть это у меня отделение для магических всяких вещей. То есть здесь у меня магия полностью. Так, давайте звуки чуть тише сделаем. Так, извините, я чуть-чуть приболел. В общем, вот здесь магическое отделение. Здесь у меня всякие ресурсы магические лежат. Вот, потом... Здесь у меня наковальня, здесь, кстати, вот это призыв метеорита, я его добыл в метеорите, мне упал метеорит, там сундучок был, я добыл его, и там был призыв метеорита, вот такая вот штука. Вот, и теперь здесь у меня всякие порошковые ресурсы, так, почему это лежит здесь, если оно должно лежать здесь. Здесь у меня уголь кремень, здесь все в слитках, вот, и вот такая вот система, то есть тут у меня... Печки стоят, и стоит компрессор. Ну и стоят вот такие вот верстаки. Также я сделал карьеры. Сейчас мы тоже туда отправимся, я вам все покажу. Вот. То есть, вот они, карьеры наши. Они у нас работают, точнее, сейчас не работают, поскольку я всегда, когда я перезахожу в игру, у меня перестают работать вот эти трубы. То есть я не знаю, с чем это связано. То есть вот такая вот, кстати, система у меня получилась. Вот. Я не знаю, с чем это связано. Почему они перестают работать. Так что, если кто знает, напишите в комментариях. Итак, я же вам еще забыл показать, что я еще у себя там дома сделал. Так. Блин, ладно, я так. Кстати говоря, сразу говорю, сейчас я вам покажу. Что я еще понадобывал. Так. В общем-то, у меня есть вот такие вот бочки и есть вот виноградные зерна. Сразу говорю, я не читерил. Я их добыл в деревне. Я вам даже могу показать, где я добывал это все дело. Добывал я это дело вот тут, вот оно. Вот где-то тут должна быть деревня. Я добывал вот именно вот здесь. Это все дело, вот она, деревня это. Могу даже туда слетать, но у нас времени не очень-то много. Поэтому придется. Вот она, деревня. Вот, как вы можете заметить, здесь виноградные эти были фишки. Вот, и мне вот здесь, как бы, я сдобыл эти виноградные зерна и так далее. Это было все на запись, то есть я это всю эту серию записывал, но она благополучно отправилась в корзину. Почему она отправилась в корзину? Потому что в этой серии было много пауз, очень много пауз, и я, так сказать, не смотрел, когда я, ну, записываю я или не записываю, я просто, когда мне надо было, тыкал на паузу и все. И там как бы оно записалось все отрывками, то есть, ну, не очень хорошо оно записалось. Кстати говоря, вот это вот шахта. Давайте сейчас спустимся туда. Вот такой вот у меня спуск в шахту. Да чтоб всякие мобы туда сюда не лезли. Вот такая вот шахта я нашел. Пещеру такую огромную, каньон. Сейчас у меня, кстати, мирный стоит. Мы сегодня не отправимся никуда. Мы сегодня будем улучшать наш дом. Вот такая вот шахта большая. В общем-то, она отправилась в корзину. Я не читерил ничего. И я вступил очень жестко. Я бы мог просто... написать, то есть поставить в левый верхний угол, как я это все добывал, но не тут-то было, я очистил корзину. Да, ребят, я очистил корзину, и у меня все удалилось. Честно, извините, больше таких затупов не будет, и все будет выходить качественно, и я буду все стараться снимать на серию. Вот такие вот дела. В общем-то, чем мы сегодня займемся? А сегодня мы займемся тем, что мы будем улучшать наш, так сказать, вот, наш реактор. То есть не улучшать, а будем строить наши два реактора из Thermal Expansion. Я придумал
такую системку. Здесь у меня все полностью из такого композита. У меня даже остался там, он делается из... сейчас скажу даже из чего. Industrial Craft. Вот. Он делается так, из камня и такого композита, который, в свою очередь, делается из железных пластинок, форс-пластинок и оловянных пластинок. То есть, довольно-таки дешевый крафт. У меня этого всего просто хоть попой кушай. Так что мы там сейчас будем строить реакторы, а здесь будут стоять контрольные панели. То есть, здесь мы будем наблюдать за нашими реакторами. Я такие две комнатки сделал, там будут контрольные панели стоять, NFE и так далее. В общем, что нам сейчас нужно сделать? Во-первых, нам нужно взять композит наш. Также взять, я уже тут все приготовил, взять вот такие вот энергетические трубы, спуститься вниз и все это красивенько разместить пока что. Так, значит, смотрим, как это у меня все будет размещено. То есть у меня это все будет размещено вот таким вот образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И там точно так же с этой стороны делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, наверх мы прокладываем вот эти вот проводянки. Вот таким вот образом. Теперь мне нужен булыжник. Булыжник, булыжник, булыжник. У меня это все готово уже. Так, кирку я предварительно зачаровал на эффективность, поскольку композит ломать очень трудно киркой не на эффективность. Так что, такие вот дела. Все. Так, получается здесь 7, 7, 14, 28, получается, нам нужно двигателей. 28 двигателей нам нужно всего. Так, один у меня уже двигатель есть. Я использую паровые двигатели, крафтятся они вот так. Так, 28 двигателей. 23, 24, 25, 26, 27, 28, все. Если что, мы сможем еще скрафтить двигатели себе. И еще, так сказать, у нас будут наши двигатели. Так, спускаемся вниз. Теперь выставляем наши паровые двигатели. Таким вот образом. Мы сегодня будем изучать два мода. Два больших мода. То есть это будет у нас Thermal Expansion и мод, который называется, Ethercraft. Поскольку он нам нужен будет, так как там можно будет размножать всякие вещи и так далее. И он нам нужен будет, очень нужен будет этот мод. Так, мы выставили все двигатели. Как я и говорил, всего у нас получилось 28 двигателей. Отлично. То есть реактор готов. Может быть, еще будет сверху. Это будет у нас такой, как бы, типа реактора. Что вроде такого. Теперь нам нужно отправиться в... Точнее, не отправиться, а... мне нужны чанк-лодеры. Чанк-лодеры... Блин, сейчас опять их искать надо будет. Fuck yeah. А, вот они, эти чанк-лодеры. Значит, мне нужен обычный такой вот загрузчик чанков. У меня даже, по-моему, где-то был стол зачарования. Здесь нету, да? Значит, сейчас мы его быстренько найдем у себя в этих всех штучках. Я помню, он у меня был. Так, здесь нет. Вот он, да, стол зачарования. Ну и, в принципе, все. Один стол зачарования нам нужен. Золото и Ender Pearl один. Точнее, не один, а всего 16 штук нам нужно. Ender Pearl'ов и золото. Значит, ставим так. Потом ставим так. И ставим один Ender Pearl. Получаем один большой чанк лодер. И теперь нам нужно это все сделать вот так. И мы получаем 10 маленьких чанк лодеров. Нам, в принципе, нужно будет не очень много их. Этих чанк-лодеров. Так что, в принципе, все будет окей. Значит, золото я выложу сюда. Это тоже, пожалуй, проводянки я выложу сюда. И теперь нам нужен портал в ад, собственно говоря. Давайте построим его, наверное. Я возьму обсидиан и возьму зажигалку. Либо сделаю, либо
Хотя можно его не строить, в принципе. Да, давайте лучше его не будем строить, чтобы не загромождать. А у меня там где-то на старом своем месте, вот тут где-то примерно, у меня есть портал в ад. Так, тут я хотел строить себе новый дом. И где-то там, кстати, мои сундуки остались здесь. Ага, он пустой. Окей. И где-то тут, вот тут. Ага, его нету уже, да? Ну окей, ладно. М. Да ё-моё, что ж я все время так нажимаю на М. Значит, давайте тогда поищем. Я помню, вот здесь много метеоритов бахалось. Давайте поищем здесь. Здесь заражение. Правда, ну ничего. Я помню, здесь куча метеоритов было. И я помню, что где-то здесь должен быть, так сказать, наш этот портал в ад. Вот где-то вот тут. Да, вот. Походу, вот где-то здесь. Фак, вот, да, вон он. Наш портал в ад. Он активный. Блин. Тут метеорит еще сюда же бухнулся. А еще есть? Вон там есть, да, портал. Вижу. Но он не активированный, блин. Окей, давайте тогда тут метку поставим. Так, подождите, как... А, вот, все. Давайте любую метку, без разницы. Ау, все. Нажимаем сюда. Телепортируемся в Home 2. Сейчас я возьму зажигалку, и мы отправимся, собственно говоря, в ад. А, да, точно. Я забыл уже. Для ада нам нужно сразу, во-первых, скрафтить, так сказать, наши двигатели. Я сразу все скрафчу. Сразу все 8 двигателей. Так, дальше нам нужно скрафтить цистерну края. Она выглядит вот так. Скрафтил я их две штуки. Окей. И скрафтить помпу. Выглядят они вот так, эти помпы. Так, удаляем рецепт. Ставим так и ставим вот так. Нет, вот так сверху. Да, получаем помпу. И три помпы у нас есть. Так, я как-то... Нет, я все правильно высчитал. Окей. И нам нужно чуть-чуть красного красителя будет. Точнее, не чуть, а 6 красного красителя. И еще бы нам нужно сделать водопроводные трубы. Так что я сейчас просто возьму... Где-то у меня здесь был философский камень. Он, по-моему, вот здесь у меня, да. Вот он. Эта серия у нас будет довольно-таки долгая, поскольку все-таки... Так, получаем зеленый краситель. Так, окей. А из зеленого красителя мы добываем ниточку, которая нам пригодится в водопроводных целях. Хорошая штука, вот этот Дарткрафт с философским камнем, вообще шикарно все. Так, и теперь мне нужны водопроводные трубы, которые нам будут подавать, собственно говоря, нашу воду и лаву в наши генераторы. Такс, что теперь, что теперь, что теперь? Теперь... Теперь нам нужна зажигалка. Так, берем один кремень и возьмем один железо. Такая серия будет домашняя у нас, поскольку я не хочу сейчас пока что никуда ходить, я хочу себя дом сделать нормально. Так, и вот на нашу точку мы телепортируемся. Так, композит я взял с собой, чтобы это все защитить, и отправляемся в ад. Сейчас у меня будет долгая загрузка мира. Так, загрузка мира, загрузка мира. Давай быстрее, время идет. Нам еще нужны двигатели сделать наши. Все. И отличненько, мы прям заспавнились, где нам нужно. То есть это... А, это тот же самый портал мой. Окей, значит, тут рядом крепость, кстати говоря. Нам нужно сейчас вот это все дело расчистить. Ой, вот так. Мы сейчас... Хотя давайте где-нибудь вот здесь, я думаю, построим это все дело. Берем наш композит. Выставляем его вот таким вот образом. Давайте... Вот так вот даже сделаем такую дорожку, если вдруг что.
И давайте вот тут где-нибудь я поставлю нашу цистерну и нашу, так сказать, всю эту фигню, которая у нас будет работать. Значит, ставим так вот эту штуку. Теперь ставим нашу помпу. Теперь берем от нее, отводим водопроводную трубу и ставим одну цистерну края. Интересно, будет заливаться так? Мне просто вот интересно. Я, кстати, забыл взять редстоун блоки. Нам нужно будет редстоун блоки еще. Блин, редстоун блоки точно. Ладно, сейчас мы опять отправимся домой. Так, лол, где это я? Вау. Ладно, я в данже каком-то заспавнился. А, ясно, понятно все. Так, ну давайте хотя бы куда-нибудь сюда. Надеюсь, это я дома буду. Нет, я не дома. Так, надежда умирает последней. Ну, где мой дом? А, вот тут он. Все. Я забыл про редстоун блоки совсем. То есть нам нужны сейчас будут еще редстоун блоки. Много редстоун блоков. Чтобы активировать, так сказать, наши эти штучки. Так. 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 Блин, мне не хватит. Ну давайте вот столько пока что сделаем. Редстоун блоков. Я думаю, мне этого достаточно пока что будет. Так, отправляемся на точку. Телепортируемся в ад. И мне еще, кстати, нужно будет найти глоустоуна для Эзеркрафта. Эта серия, кстати, будет минут 40, я думаю. Так, и я думаю, сверху вот этой всей бадьи я поставлю чанклодер. Да, вот так. Все будет выглядеть. И теперь нам нужно сломать композит. Хотя, какой ломать композит? Он будет ломаться очень долго. А ну, если я поставлю, если я вот так сделаю. Вот таким вот образом. Сломается быстро. Да, он сломается быстро. Мы, значит, сделаем вот так, и лава у нас уже может заходить спокойно. Лол, я чуть не горел. А чё я не горю? Наверное, лаги какие-то. Блин, я потратил один блок свой. Окей, тогда мы сейчас сделаем вот так. Воспользуемся, так сказать. А, может я... А, ну я ж букашка, я ж, по идее, не должен гореть. И сломаем вот это наш этот композит и поставим сюда еще один редстоун блок, и теперь можно ломать еще и этот композит. Все. Вот, лава у нас уже наполняется. Сейчас двигатель разгон наберут, и у нас начнет наполняться лава. А я пока что эту всю схемку заделаю вот так вот от всяких гастов и так далее. Так, и как раз 4 штуки. Отлично. Далее, так, этот чанклодер у нас стоит. И теперь нам нужно сделать световой код. Световой код у меня будет выглядеть вот так. То есть все время красный. У меня будет. Так, а ну, я... Лол. А, все правильно, или не... А, вот, да, все, я открыл цистерну, и теперь, по идее... Нет, или я закрыл цистерну. Во, лава наполняется, отлично. Сейчас моторы наберут разгон. И... Так, мы можем телепортироваться к себе домой, в принципе. А, нет, не домой, не домой. Нам нужен глоустоун. Я зачем сюда и пришел? За глоустоуном я пришел сюда. Так, мне нужен глоустоун, и желательно его побольше.
Сколько я набрал? Отлично, мне хватит и этого. Мне его хватит просто на ура. Так, эту фигню я все сделал. То есть лава у нас наполняется, я потом в дальнейшем другие моторчики поставлю. Так, теперь. Отправляемся мы домой. Так. Давайте, я вот тут где-то умирал у себя в доме. Теперь ставим вот эту вот цистерну куда-нибудь, я не знаю, куда ее поставить, чтобы ровненько было все красивенько. Здесь у меня будет помпа стоять с водой. Я думаю, я где-нибудь ее... Где-нибудь. Не знаю. Блин, безысходность. А ладно, пофиг, где-нибудь тут поставлю. Так, и теперь ставим цветовой код наш. И у нас слава приходит. Так, теперь нам нужно поставить вот здесь Chunk Loader 1. И теперь нам нужно отправиться наверх. Зачем наверх? Затем, что мне нужны трубы. Стекла у меня нету, да? Нет, стекла у меня есть. У меня 3 стекла. Отлично, мне этого, я думаю, достаточно будет. Мне нужны трубы. 3 трубы мне нужны. То есть вот так. Все, 3 деревянные трубы. Кстати говоря, давайте сейчас изучим мод. Пока что забьем на это все дело. Изучим мод, который называется Azercraft. Так, давайте я впишу сюда. Так. Azercraft. Что нам нужно для него? Нам нужен экстрактор, конденсер и вот эта штука. Первое делается экстрактор. Он делается из обсидиана, лазурита и этой штуки. Окей. Берем. У меня уже тут все подготовлено было. Так, берем, значит, выставляем лазурит, алмазы и глоустоун. А остальное все заделаем обсидианом. Получаем эзер экстрактор. Дальше. Конденсер. Делается точно так же, только вместо алмаза и лазурита, здесь лазурит, а здесь изумруд. То есть мы ставим вот сюда изумруд. Дальше ставим так. Потом выставляем это все дело вот так. И ставим такую штуку. Получаем эзер конденсер. И теперь нам нужно сделать самую такую фишку. Это хранилище. Алмаз. И вы поняли, в общем-то. Ставим так. Сюда мы ставим редстоун. Потом мы ставим сюда glowstone. И по бокам я забыл, что... Ага, алмазы. Окей, алмазы. Glowstone. И вот эта фигня. Получаем эзер хранилище. И чтобы сделать проводянки, нужно сделать вот так. Все, получаем 4 проводянки. Все готово. Значит, я сейчас возьму это все в руку. Так, ставим, давайте где-нибудь, я не знаю, где-нибудь вот тут поставим его, ставим. Нет, это не, я не так его поставил, блин. Нужно вот эту вот штуку ставить. Сначала ставим экстрактор, потом провод, конденсер и ставим вот эту фигню. И все, вот так вот у нас получается такая тема. Так, сейчас, извините, я немножко тут... неудобно мне сидеть. Во, так норма. Вот. И что это делает? То есть мы можем перегонять любой предмет в наш, так сказать, в энергию. Чтобы это все сделать... Так, давайте возьмем, перегоним, допустим, что у нас самое дорогое. У нас самое дорогое есть из еды. Вот еда, мне она, в принципе, не очень-то и нужна. Это еда. И давайте я... У меня еды просто навалом, так что давайте я всякие сэндвичи и так далее пережарю просто-напросто в энергию. И все. И на этом закончится вся эта фигня. И
Нам нужно будет, кстати, сделать еще НФЕ-хранилище. То есть энергии. Три НФЕшки нам нужно будет сделать. Значит, ложим это сюда, и это сюда, и это сюда. Все. Теперь мы можем спокойно размножать. То есть, оп, все, 40 труб у нас готово. Так, теперь что нам нужно еще размножить? Нам нужно бы... Да все, в принципе, пока что хватит. Теперь возвращаемся к нашему вот этому месту. Что мы делаем? Здесь у нас тут уже лава наполняется или не наполняется, непонятно, в общем-то. Давайте поставим сверху. Ага, оно не коннектится, да? Не коннектится, что ли? Лол. А, точно, 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 точно. Я забыл. Нужна такая труба. Так, готово. Да, кстати, я неправильно поставил чанк лодер. Надо будет его убрать. Давай, ломайся. Вот. Мы ставим сначала деревянную трубу, потом ставим вот такие трубы. Теперь ставим здесь везде редстоун блоки. А, лава сама будет вытекать, да? Лол. Окей. Ладно, тогда я... Или стоп. Ну ладно, короче, тогда я просто провожу трубы с лавой вот сюда. То есть к нашим, так сказать, этим фишкам, моторам. Так, главное сейчас на шифте не сломать всякие трубы и так далее. Потому что, когда я делал склад, и меня это просто бесило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Вот эти можно. Блин! Вот я предупреждал, что на шифте лучше не ломать трубы. Потому что, блин, меня это иногда бесит. Этот шифт, но он значительно упрощает жизнь. Так, выставляем, значит. Я, может, даже еще одну колбу поставлю туда. Чтобы у нас все окей было. Так. Это можно нам убрать. И это нам тоже можно убрать. А воду, я думаю, подключу я сбоку. Вот так. Я подключу воду. Тут у нас будет помпа качать воду нашу. Так, подключаем к нашим генераторам вот это все дело. Так, теперь опять берем наши трубы. И ставим их вот таким вот макаром, блин. Главное это, чтобы вся эта система не рванула. Так. Я не пойму, у нас там чанк-лодер работает? Да, работает он, походу. Лава идет. Сейчас проверим. Что-то не видно, чтобы моторы... наполнялись лавой. Что-то она как-то ходит непонятно, эта лава. Стоп, паровой генератор. А ну. По идее, еще нужна вода. А ну, давайте попробуем сделать воду здесь. Давайте, в общем-то, я сейчас... разберусь со всем и вернусь. В общем, ребят, я вернулся, и у вас прошло секунда, у меня около минут 30. Я скрафтил не те генераторы, то есть они... Это у нас паровые генераторы, они работают на угле. Вот. А нам нужно, чтобы был магмовые генераторы. То есть можно, в принципе, помпу эту... Блин, я боюсь, что у меня... Ну ладно, в общем, сейчас разберемся. Я это сейчас все поубираю дело. Так, генераторы можно убирать спокойно. Я тут пробовал много-много всего. И в итоге я... меня бомбануло. Я решил посмотреть туториалы по этому моду. И понял, что я лоханулся и скрафтил не те двигатели. Значит, нам помпа в принципе не нужна. То есть ее можно удалить. Блин, я удалил еще и трубы. Ну ладно, ничего, сейчас мы это все исправим дело. Мы поставим, наверное, вот так сейчас.
Удалим вот это. Поставим вот сюда сначала деревянную, потом такую трубу. И примерно на вот такой вот высоте у нас все это должно быть. Вот так. Таким вот макаром мы это все делаем. А именно подключаем. Блин. Так. Значит, магмовые генераторы. Нам нужны именно они были. Я уже все для них подготовил, то есть я поразнажал там инваровые слитки и так далее. Так что все теперь должно у нас быть окей. Все. Так, теперь летим наверх. Я там скрафтю, в крафтильном верстаке все сделал. 16 генераторов. У нас закончились шестеренки. Как бы я делал их с запасом. Давайте заберем все генераторы отсюда. И у меня возник... Вот, все. Пускай это все переделывается в антиверстаке. 16 шестеренок. Да, я скрафтил только, получается. Значит, нам нужно еще шестеренки. Так, давайте еще размножаем инваровых слитков. Все, хватит. Такс, и давайте скрафтим, что ли, себе этот. Инваровые шестеренки. Так, и железо. Отлично. Все, я же скрафтил все как надо там. Так, 32 шестеренки. Теперь инвара не хватает. А, ну он у меня будет из инвентаря, по идее, браться. А нет, не берется. Так, еще 3 штучки. Все. Отлично. Отправляемся вниз. Сейчас, если мы их поставим, там сразу зальется лава. Я думал, паровые генераторы, они как-то лучше будут работать. А вот да, оказалось, нет. Так, вот этот сейчас мы уберем отсюда в блок. Так. И у меня нету булыжника, да? Ладно, я его здесь накопаю. Ничего страшного. Это, в принципе, уже можно все удалять. Помпу, предстоун-блоки и так далее. И можно это все заделывать нашим композитом. Вот. Все готово. Так, теперь заделываем все эти дырочки. Нам ненужные. И ставим, так сказать, наши генераторы. Вот, они сразу заработали. Видите? Ребят, то есть, как можно заметить, они вырабатывают энергию. И, по-моему, они от редстоуна не зависят. Если я не ошибаюсь. Конечно же. Так, в этот генератор еще пока что ничего не приходит. Потому что я на поставить закачку лавы. Ага, я там все наверху оставил. Окей. Давайте сейчас сразу еще скрафтим себе 2 МФЕ. Точнее, 3 МФЕ. Так, пока что поставим так. И теперь нам нужно МФЕ. Industrial Craft. Вот, нам нужно МФСУ. Ну, МФЕ нам нужно. Изолированный золотой провод, базовый машинный корпус и вот эта вот штука. Вот эта вот штука, это очень проблемная вещь. Она крафтится из таких вот рубинчиков. Рубинчики у меня уже есть, я их в аду уже добывал. Так, только где они? Вот они, эти рубины. Давайте их попробуем размножить. Они размножаются. Блин, не хватает. Ладно, тогда инваровые слитки сейчас мы пережарим. Можно еще вот это переделать. И теперь можно размножать. Все, отлично. Теперь мне этого точно хватит. Значит, теперь мне нужна куча редстоуна. Просто большая куча редстоуна. И... так. Так.
Нет. Так. Готово. Теперь ставим так. Лол. А почему? А что не сработало? Я не понял. Рубин, ну и МФЕ. Гетический кристалл. Надо наоборот вложить. На рубины вот так вложить. Ладно, пусть еще тут 6. А вот так редстоун. Получаем вот столько энергетических кристаллов. Их нужно очень много нам. Так. А теперь нам нужно скрафтить, собственно говоря, наше НФЕ. Так, они крафтятся. Базовый машинный корпус-то у меня есть. Вот он. И изолированный провод. По-моему, такой, не толстый. Да, просто изолированный провод, а НФСУ крафтится уже из таких. Но это мы потом усовершенствуем нашу всю тему. Так, на 3 МФЕ. Давайте еще попробуем. Размножим все-таки проводянки. Еще. А мне только на 6 хватило, да? 5000 EV нормально. В принципе, так. Крафтим эту тему. Мне нужно 3, собственно говоря, НФЕ. Раз. Давайте сразу еще сделаем так. Так. Так, и выставляем наши... Блин, надо еще один крафтить, да? Окей, сейчас крафтим. Еще один рубинчик. Так, рубины вылаживаем вот таким вот макаром. И вылаживаем все это дело вот так. Все. Теперь крафтим нашу вот эту всю фигню. Так, и ложим сюда. Так. Или как там, подождите, я уже не помню. А, да, все верно. Так, так. Так, так. И базовый машинный корпус. И вот проводянки. Отлично. Получаем 3 МФСУ. Точнее, МФЕ. И отправляемся вниз. А, да, точно. Я забыл проводянки еще взять. Хотя... Нет, все-таки да, я забыл проводянки взять. Давайте возьмем... Какие провода? Давайте вот такие вот возьмем проводянки. И подключим к нашей... Эти... У меня же были энергетические вроде провода. Да, вот они. Попробуем ими подключить и попробуем МФЕ подключить. Точнее, МФЕ попробовать такими проводами подключить и такими. Думаю, что работать будет. По идее, сейчас у нас энергия производится. Так, я взял моторы. Да, я взял еще моторы вдобавок. Теперь нам нужно накачать лавы из ада. Вот так, все. Так, теперь выводим всю энергию вот сюда. Вот таким вот образом. Точнее, ставим вот здесь МФЕ, вот тут. Вот таким вот макаром. И вот таким вот макаром. Да, оно не соединяется, да, с ними? Окей. А если попробовать... Стоп, энергия не пошла. А если попробовать такими проводами, они соединяются? Да, они соединяются. Все окей. Все хорошо, все отлично. Значит, у нас НФЕ будет чуть-чуть в другом месте стоять. Так, удаляйся. Во, все, удалился. Значит, НФЕ мы ставим вот сюда. Оно у нас что-то туда вообще смотрит. Лол. Надо ключик сделать, чтобы поворачивать. А ну. У нас есть ключ? Ключ. Блин. Ключ. А, стоп, у нас же есть этот. Такой ключик, который может поворачивать тоже. Так что давайте сейчас его попробуем. Им воспользоваться, точнее. Только где он у меня? А, вот он. Форс. Окей, тогда сейчас попробуем им воспользоваться. Если получится все, то все будет вообще шикарно. Лава загружается.
Да, вот, получилось развернуть.